Автомордобой на улицах Астаны. Две дамы что-то не поделили на дороге и устроили настоящие гонки на выживание. Передом, задом, боком. Так девушки не сдавали даже в автошколе. Словно облаченные в железные доспехи рыцари, они били, отъезжали, разгонялись и снова били. Это безумное противостояние лишь чудом закончилось без жертв. Непонятно одно, зачем было друг другу портить машины, а не поговорить с глазу на глаз. Видимо, подставлять морды автомобилей им было не жалко. В итоге обе участницы дорожных разборок уехали в неизвестном направлении. Надеемся, они не стали друг друга догонять.